Всем доброе утро. У меня 6:10 утра. Набрала воду. Иду заниматься. Сегодня у нас верхняя часть тела. И потом в конце там столько повторений, сколько сможешь за какой-то промежуток времени. Не знаю, наверное, минут за 5. Посмотрим. Вот, все приготовила. Не знаю, что из этого понадобится. Может быть, еще и гиря надо будет. Как я уже раньше говорила, я заранее не просматриваю тренировки, а то потом, если просмотрю, будет, может быть, надо что-то другое. И это слишком тяжело или, наоборот, слишком легко. Я просто беру и делаю. Так больше шансов, что я не буду выбирать что-то полегче. У меня начало первого. Наверное, уже половина. Нет, половины еще, наверное, нет. В общем, вышли мы с собакой гулять. Гуляем, нахаживаем шаги. Погода вообще шепчет. Глаза, как всегда, от ветра слезятся. Так бы вообще гулять и гулять в такую погоду. Весна в середине февраля. Всем приветик. У нас 11:01. Я скоро буду кушать. В общем, решила себе сделать, пожарила вот эти вот блинчики, которые две штуки. Один блин 23 грамма углеводов и 140 калорий. Два яйца. Это все там, по всей кухне. Вот, помажу вот этим вот, типа, авокадо такое у меня. Да. Срок годности истек. Так, авокадо не помажу. Надо выбросить. До 10 февраля. В общем, сейчас найду чем-нибудь помазать. Заверну брискет остатки, шпинат и камбучу. В общем, помазала крем-чизом. Мясо снизу там, шпинат, яйцо. Сейчас это заверну. Один уже там завернула. У меня очередное включение. 6:12. Сейчас буду ужинать. По куриной грудке пол, потому что куриную грудку вот так вдоль разрезала. Салат, огурец, помидор, шпинат и со сметаной. И камбучу, наверное, буду. У меня очередное включение. Вечер уже. Делаю отчет по шагам, как всегда. Вы уже, наверное, привыкли. В общем, немножко этот интерфейс поменял, чтобы шаги виднее были, но они не очень видны. В общем, у нас тут почти 10 вечера. 9171, кажется, шаг. В общем, до 10 тысяч сегодня не дотянуло чуть-чуть. Ну, ладно, такой вот день получился. На этом буду с вами прощаться. Всем пока. До завтра.